Живописец, рисовальщик, копиист Алексеев Александр Алексеевич из крепостных крестьян. Был крепостным помещицей Куминовой в Тверской губернии Кашинского уезда. Первоначально работал подмастерьем у Никифора Степановича Крылова, мастера иконописца бродячей артели, расписывавший иконостас в имении князя Путятина. Алексей Венецианов был одним из первых русских живописцев, начавших изображать крестьянский быт по своей методике, отличной от Академии художеств. Он обучал крестьянских детей. В основе художественного обучения школы Венецианова лежало правило – писать без примеси манеры. Имение Венецианова находилось поблизости от малой родины Александра и от имения князя Путятина в Тверской губернии. Вместе с Крыловым Александр поступает в ученики к Венециану, который обратил внимание на одаренного юношу в апреле 1825 года. В 1826 году Венецианов взял его в обучение сначала в Сафонкове, Тверской губернии, а затем в Петербург. В том же году выхлопотал для него пенсию императорского общества поощрения художеств. С 1826 Александр Алексеев – посторонний слушатель Императорской академии художеств. На картине «Мастерская художника» Алексея Венецианова в Петербурге, написанной Александром, где в большой комнате, заставленной гипсовыми слепками, завешанной живописными этюдами, запечатлены молодые живописцы, пишущие портрет девушки в русском национальном костюме и рисуют с гипса, в том числе и сам автор, слева с холстом в руках. Алексеев тщательно выстраивает перспективу большой комнаты в петербургской квартире Венецианова, где в зимнее время происходили занятия школы. За эту картину в 1827 Алексеев был признан достойным награждения золотой медалью второй степени, которую получил в 1829. В 1827 картина была приобретена Свининым для Русского музея. Как и остальная коллекция, очевидно, была им продана на аукционе в 1834 году.